Момент у Бурдасова. Внимание, 1-0. Антон Бурдасов счет открывает. Первым же броском пробивая Ивана Федотова. Вот так мучились на протяжении всего предыдущего матча и не забили. А сегодня вот такое вот суперударное начало от СКА. Лучше не придумаешь. Антон Бурдасов. Ну и дальняя передача. Антон Бурдасов получает. И здесь он пошел буквально на полметра Огурцова. Огурцов высокий защитник, но вот на перемещении есть у него проблемы. И точно в домик Бурдасов Антон забрасывает свой 13-й шайбу. Он лучший снайпер команды. Два матча не набирал очков. Соответственно, команда проигрывала из-за этого.